В Твери завершились городские этапы конкурсов профессионального мастерства «Учитель и воспитатель 2020 года». Финал состязаний состоялся во Дворце творчества детей и молодежи. 8 финалистов и 3 недели испытаний. Вот эти 4 учителя и столько же воспитателей, которые прошли все этапы городского конкурса и вышли в финал. Символично, что он состоялся в День всех влюбленных. Ведь именно эти специалисты, как никто другой, любят свою профессию. Сегодня день людей, влюбленных в свою профессию. Точно. Любовь – это чувство великое, объединяющее. Можно любить конкретного человека, а можно любить родину, можно профессию. Вот стихи. Учитель – это профессия, где труд не имеет веры. Учительство – это конфессия надежды, любви и веры. Финалу предшествовало несколько этапов, на каждом из которых отбирали лучших претендентов на почетное звание. Участники демонстрировали высокий теоретический и практический уровень педагогического мастерства. Преподаватели школ и сотрудники детских садов представляли на суд жюри методическое портфолио. Проводили семинары-уроки, а также мастер-классы для коллег. По сложившейся традиции мероприятие объединило лучшие педагогические кадры города. Выбрать победителя было непростой задачей. Это особая профессия, потому что именно педагогу, учителю мы доверяем самое главное и самое важное в нашей жизни. Это наше будущее. Каждый из вас большой молодец. Любое соревнование заканчивается подведением итогов. Итак, воспитателем 2020 года стала Елена Васильева, детский сад 65. Учителем Юлия Румянцева, школа номер 1. Победители получили право представлять Тверь на региональном этапе конкурса.